Друзья, сегодня состоятся матчи второго тура, и сейчас мы находимся прямо на стадионе и поговорим о том, как футбольная команда добивается успеха. Постоянными изнурительными тренировками, слаженной коллективной работой, желанием забить гол, выиграть чемпионат. А кто помогает в этом команде? Ведь не только благодаря игрокам команда добивается успеха. Над этим работают тренера, руководство клуба, доктора, массажисты, а еще мы, сотрудники отдела поддержки и развития. А как добиваемся успехов мы? Наш отдел воплощает в себе этих невидимых помощников, и так же, как и они, остаемся за кадром. Но без нашего участия команде операторов не получить золотой мяч. Мы начинаем работать с операторами еще со скамейки запасных, с самого начала их карьеры в контакт-центре. После базового обучения мы делаем индивидуальные тестовые звонки новичкам. Привет! Меня зовут Яна, и сегодня мы с тобой разберем основные процедуры, которые понадобятся тебе в работе. Не переживай, тестовый звонок я делаю для того, чтобы помочь тебе понять, какие моменты, возможно, тебе нужно будет подучить или потренировать. Так же, как и тренер после каждого тайма дает установку своим игрокам, так и мы после прослушивания звонков предоставляем нашим игрокам не просто обратную связь, а обратную связь высокого качества. Как ты считаешь, с какой целью был передан звонок? Я не знаю, я не понял. А на что следовало бы обратить внимание в первую очередь? Ну, скорее всего, на наличие предложения клиента. Да, согласна. А если будет похожая ситуация в будущем, какие ты видишь? Ну, сперва я посмотрю наличие предложения клиента, а потом ознакомлю. Хорошо, а что даст тебе это лично? Какая выгода для тебя будет? Это даст высокую оценку и, соответственно, большую премию. А также признание меня как эксперта. Хорошо, верю, что у тебя все получится. Буду рада твоим успехам. Ну и, конечно же, мы не забываем о лидерах и звездах команды. Даже забравшись на пьедестал, им необходима поддержка и вера в них. Скажите, как ты передал на успех? Ну, я много работал, старался, но это всего, в общем, получился выдающийся результат. Вы знаете, мы сколько времени мы уже работаем, чтобы изучать, чтобы помочь такое желание решить вопрос клиента. Честно сказать, было приятно для меня услышать. Спасибо, это очень приятно для меня. Как вы думаете, этот результат будет полезен только лично вам, или мы можем говорить глобально, вашей команде или даже компании в целом? Ну, как бы я думаю, что это будет полезно для всей моей команды, так как меня болельщики любят не как отдельного игрока, а как игрока команды. И, как говорится, игра забывается, результат остается. Только совместными усилиями команда добивается успеха и приходит к победе.